играть в очередной инди-хоррор под названием Doorways от аргентинских разработчиков, которые выиграли выставку на самый лучший хоррор в том году, вроде как, представив хоррор Asylum. И вот они выпустили очередной хоррор, который... Так, погодите. Который обещает быть не менее ужасней, чем Asylum. Awaits, или какой они там представляли хоррор, я точно не знаю, может быть... Его... Так. Так. Ладно. Оказались мы, как видите, в каком-то подземелье. На сей раз. Насколько я знаю, нам здесь предстоит разгадывать своего рода загадки, что мы и будем сейчас делать. Да, установка не самая лучшая. Из неприятнейших. Так, давайте пойдем туда. Инструкция еще идет. Насколько я знаю, игра состоит из трех или четырех даже эпизодов. Так, куда мы приперлись? Что нам тут делать-то? Что-то непонятно. Ладно. Пойдем назад. Вроде ничего не открылось и ничего не сделали. Возможно, я что-то там пропустил слева. Вот оно что. Мы взяли, по-моему, какую-то реликвию. Ну да, вроде больше ничего тут нету. Ладно. Татулька какого-то бога, наверное, скорее всего. Так, тут у нас ничего нету. Головоломки — это, конечно, клево, но я думаю, что я буду тихо. Ага. То, что я думаю, не двигаются. Вот с той стороны. Ага. С той стороны что-то горит. Ясно, прям так. Ладно, пойдемте наверх. Ага. Отлично.
Давай, 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 давай. Так, еще одна статуйка. Статуйка. Так, нет. Сюда. Еще раз. Каждый камень буду стараться двигать. Отлично. Записка. Нет, нет, я не прочту. Что очень плохо, потому что, видимо, здесь очень много текста будет и подсказок каких-то. Придется методом. Еще одна дверь открылась. Сейчас мы эту местность с вами проверим. The walls in this cave seem to be closing in on me, but something about this place seems familiar. I feel calm for some reason. My belongings, or what I think are my belongings, are here. Кого-то придавило стеной. Закрыла. Не знаю. С английским туго. Тут у нас что? Так, вроде ничего. Этот камень херов лежит, да? А, понятно. Сейчас, сейчас, сейчас. О, как. Сумку с вещами мы нашли. Да. И теперь можно идти в самое начало туда, вставлять этот кругалечек в ту дверь. Я думаю, она откроется. Пока вроде ничего такого сверхъестественного не произошло. Так, тихо. Все двери закрылись снова. Вставляй мать его. Ух ты, ёптунь. Какая тут система-то, блин. А тут чё? There are things which are burned into my memory. My name is Thomas Foster. And my duty is to bring these four psychopaths to justice. Ладно. Своего рода лабиринт какой-то. Загрузка. Загрузка — это хорошо. Глава 1. И мы с вами оказались в лесу. Это не самое лучшее место. Какое мы могли ожидать? Джейк Гибс, Лондон, Англия, 1962. Профессор of history. Профессор истории. Великолепно. Ой, 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 ой. Ничего себе.
Факел это хорошо, конечно. Он будет так постоянно тухнуть. Бежим. Какие-то звуки непонятные начались. Так, и зачем мы сюда приходили? Что-то не пойму. Были, да? Может, мы просто... Бля, ёптин, там темно-то как. Возможно, мы просто... Бля. Нет, назад мы не можем подняться. Значит, мы не просто за факелом сюда приходили. Что-то нашли. Блять. Господи. Мать его, было. Так. Еще на уровень ниже мы спустились. Где мы лазим, я, блядь. Души. Не чаю. Поджечь-то нечем. Наш с вами факел. Так. Так. Аккуратненько, блин. Так, а куда-то мы приперлись уже, нет? Нет. Дальше продолжаем идти в неизвестном направлении. Ой, блядь. Ой. Все, пропало. Нет, не пропало. Слышь, что делать? Нам надо факел зажечь. Может, ей нужен факел? Oh.
Шипанутая, что ли? Вообще пипец. Блядь, да куда вообще я иду? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обвалилось к херам всё. Да блядь. Какая жопа-то, блин. Знаете, ну... Блин. Не страшно. Не знаю почему, но... Больше она раздражает, чем пугает. Так, погоди. Там чё? Вот оно что. Теперь мы ее сожгем, тварь такую. Теперь подожжем. Тут ничего нету. Тут ничего, там ничего, блин. Туда есть дорога какая-то. Да, сюда сначала пройдем. Понятно. Нам туда сначала надо сходить, наверное. Потому что это главные врата, по-моему. I can almost hear. Переводить надо. Да ну, бросьте. Да ну, бросьте. Так, и на этом, наверное, мы закончим этот первый взгляд, можно сказать, на эту игру. Ой, не знаю, буду проходить, не буду ее проходить. Глянем далее. Ну, ничем она меня не удивила, не испугала. Тем более, после Outlast'а как-то, не знаю, возможно, нужно время, чтобы меня вновь стали удивлять инди-проекты, инди-хорроры, точнее. Ну, ладно, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Женек. Всего доброго, до встречи.